3 декабря по всему миру отмечается особый праздник, учрежденный Организацией Объединенных Наций – Международный день инвалидов. 10 лет назад Россия присоединилась к Международной конвенции о правах инвалидов. Были внесены поправки в 25 российских законов, которые касаются сферы культуры, транспорта, судебной системы, соцзащиты и здравоохранения. Разработаны программы по социальной интеграции инвалидов и вовлечению в активную жизнь общества. Лучший подарок в такой день – концерт. Тем более, что после продолжительного локдауна из-за ковида это первая очная встреча коллег по совместным проектам и программам. Сегодня работа восстанавливается по всем направлениям. Слово «доступная среда», ну, будем брать наш округ, знают все управления. Поэтому за 10 лет проведена громаднейшая работа. Радует, что во всем этом принимают активное участие сами инвалиды. Под лозунгом «Ничто для нас без нас», поэтому общественная палата, общественная организация округа, они все участвуют в этих процессах и все принимают активное участие.